Всем мое почтение, друзья. И вот сегодня, 9 августа 2022 года, появилась вот такая информация. Официальный представитель президента Российской Федерации Путина Дмитрий Песков заявил, что если в Украине появится производство беспилотников Байрактар Турции, то это явно подпадает под категорию демилитаризации. По сути, Песков, а если быть точнее, Путин устами Пестова заявил, что будет уничтожен этот завод. Особенно это заявление смешно звучит, когда сегодня, 9 августа, был нанесен Украиной удар по аэродрому в Крыму. Хватит уже пугать украинцев. Достаточно. Я считаю, что украинцы должны уничтожать все предприятия военные в Российской Федерации тем или иным способом, который доступен Украине. Россию надо бить по рукам, чтобы она знала свое место. А то взлетели уже выше неба. Как в том анекдоте или рассказе. Есть одна маленькая гордая птичка под названием Путин. И вот она взлетела, взлетела и летела до солнца. И опалила крылышки и упала на самое глубокое дно океана. Вот так будет с Путиным. Реально. До новых встреч, друзья. Слава Украине!